Здравствуйте, с вами Однорукий Борис, и я продолжаю играть в Half-Life. Да, я в прошлый раз остановился здесь, на сломанном мосту, который в прошлой серии я никак не мог перепрыгнуть. И в этот раз я попробую все-таки это сделать. Ну-ка. Наверняка будет у меня 100-500 попыток перепрыгнуть этот мостик, и как бы это будет не очень интересно. Но я попробую его перепрыгнуть. Ну вот, видите, почти получается, но не получается. И я вот не знаю, что с этим делать. Так, ну-ка. Опа-па. Такое ощущение, что я просто скосил и не попал куда нужно. Так, пробуем еще раз. Так, ну-ка. Так. Ну-ка. Чуть-чуть. Так. Ой-ой-ой. Скользко, в воду упал даже. Так, ну-ка. Вот, в общем, вот здесь вот самое дальнее, значит, надо вот как-то так целиться. Вот это один из таких моментов, который я, увы, не могу пройти сходу. И что мне теперь делать-то? Это же перепрыгивается как-то. Я точно знаю. Ну-ка. О, смотрите-ка. Ха. Сколько раз пытался. Ой. Сколько раз пытался и накосячил в итоге. Ладно. Понял. Ну, я, по крайней мере, понял, как можно допрыгнуть туда. Так. Пробуем. Ну, уже почти. Все, сейчас будет легче. Сейчас будет куда легче. Тихо. Есть. Так, здесь у нас электричество. Оно нас долбанет. Если мы к нему подойдем, значит, сохраняемся и... Так, перепрыгнули. Отлично. Всплывать. Ой-ой-ой. Вот эти червячки. Они очень мерзкие. Поэтому... Ох.
себе. Выбежал резко. О, отлично. Так, здесь... Нужно все поломать, да? Так, мне кажется, что-то надо сделать с этими штуками. Так, забираемся. Проверяем. Если тут кто-нибудь опасный. Ага, вот мы и вышли. Так, дротики, хорошо. Никого нету вроде. О, аптечка. Отлично. Очень-очень громко, поэтому сохраняемся и загружаемся. Не, все-таки громко. Попробуем сейчас пройти. Понятно. Да, это, видимо, очень громкая фигня, поэтому меня может быть плохо слышно. Сейчас. Есть. Фу. Сохраняемся. Сейчас мы убежим от этого шума. Все, вроде. Вроде убежали. Так, вылечились, перезарядились, сохранились. Все отлично. Все просто замечательно. Желтые стены, успокаивающие. Там будет что? Да? Какие мерзкие звуки ты знаешь. О, а там стоит не очень хороший человек. Что же? Я надеюсь, от вас ничего не осталось. Я друг, я не зеваю. Все очень классно. Ой. Демон, это ведь ты, не так ли? Ученые следили за твоими действиями. Ты ведь в курсе, что твой костюмчик напичкан аппаратурой для слежки. Тем не менее, такой костюм все же лучше, чем ничего. Здесь довольно холодно, и обогрев требует много энергии, так что костюм может быстро разрядиться. И если тебе удастся добраться до заброшенных фабричных территорий, где есть шанс пробраться через систему безопасности, мы спасены. Я верю тебе. Куда-то добираться надо. А
че я включил? Опять меня куда-то посылают, непонятно куда. Так. Готов. Ой-ой-ой. Понятно, понятненько. Так, где ты? Так, я думаю, пора сохраняться. Гранаты? Жалко. Так, здесь. Так, это хорошо. Ну-ка, ребята. Интересно, что здесь. Типа ничего не открывается. Ладно. А, кажется, туда надо, да? Вниз или... Нет. А, нет. Лифт какой-то. Поднимаемся. Почему он... Где вы видели? 15%. А чё он умер-то? А, понял. Я понял. В него попал. Так, осторожненько. Ох, какое эхо. Сохранимся. Звуки, конечно, очень громкие. Кто где? Все. Ты что, ниндзя, что ли? Какой ты борзый, а? Опасный. Thank you.
еще кто-то был. Я видел какой-то силуэт. Ботинки. Мне вообще сначала показалось, что это носки. О, гранаты. Так, здесь я вроде был. Много. Энергия 40%. Не 40, а 39. Это... Это очень большая разница. Ладно, я сейчас сахара нюсь. Так, и... Вот. Тихо, тихо. Граната. Я тоже. Граната, граната. Боеприпасы кончились. Я лох. Так, окей. Ты где? Попрыгунчик. Так. Я надеюсь, что я тебя прибил. Нет. Так, щит. Так, секунду. Неполадки некоторые у меня происходят, поэтому бывает такое, что игра вылетает. Так вот, считаем трупики. Раз трупик. Должно быть три трупа. Таких вот. Раз, два, и где-то третий должен быть. Третьего-то и нет. Может быть, он отлетел куда-нибудь в такое место, в которое я не вижу. Ну ладно. Наверное, я что-то открыл. А, я понял, что я открыл. Все. Ох. Какие-то ниндзя вообще новые. Так, лечилка. Ощущение, что это... Какая-то пимка. Я так и знал.
любят, конечно, ребят. Я уж думал, все. У меня что, нету никакого оружия? Вот это да, конечно. Так, ну, я что-то начал понимать, что делать. Да, блин. Тихо. Спокойно. Все. Делать с... По... Что? Ой, да. Ну, все, нет. Меня уже раздавили. Это что такое? Загрузить. На что? Так, лом. Как я рад тебя видеть, лом. Так. Ой-ой-ой. Переработка отходов. Птички, да? Ладно, я думаю, что вот на такой ноте я закончу эту серию. Вот. В общем, дошли до переработки отходов. Меня попробовали переработать, но я Фриман, я не отходы. Поэтому я жив не с первого раза. Что ж, ставьте лайк, если вам понравилось. Вступайте в группу мою. Подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. И всем пока.